Так, сегодня у нас, не знаю, видно будет, не, наверное, видно. Ну вот наш дом, это я один раз чистил он там. А так ни хрена никто ничего не чистит. К тому, что дорожникам передали все. И ни хрена не чистят возле домов, ни этот. А сейчас вот накатают эту корку и хер. Ты ее потом этой резинкой прогребешь. Так что вот так вот. Вот один раз я прочистил эту дорогу, а это все ни хрена не чищено. Это у нас дорожники. Вот так это все выглядит. А это там Путилово, Порядина. Там вообще жесть. Ну, у нас морозы с подогревом. Вот он 2 часа стоял. Я специально 2 часа, чтобы подольше, чтобы без проблем завелся, не напрягался. 2 часа включен был, он весь отошел. И все завелся. Этот вчера тридцатник был. В тридцатник его завели, то же самое. Он там 3 часа стоял на подогреве и завелся. Ну, не поехал я в ночь чистить. У нас вот колхозное колесо вот это. И я его накачал, а он не держит, потому что он здесь резьба ну вот нету резьбы. Сейчас попробую нарезать все это дело и вставить туда ниппель и накачать по-нормальному это колесо, потому что надо было это все давно сделать, и как всегда нет. Ну вот отвал, сейчас вы видео видели, повесили, все нормально уже, ну прилично греб и поле разгребал, так что все работает. Так, ну сейчас хороший наборчик продавался, но что-то он мне внутренне под ниппеля не нарезал. Колхоз я убрал, нарезал под колпачок резьбу и плоскогубцами закрутил все как положено. А у них стоял шланг и хомутами затянут, и болт сверху. Он от холода задервенел и перестал держать. А хуль там тридцатник давило, 33, вчера 30 было. Пока вот так. Сейчас на улице у нас 20, ну вот я говорю, прогрели его, завели. Сейчас он маленько для страховочки сена подвезет с полей. И на этом сегодня на... Так, около 17, наверное, градусов. Сколько он тут? Ну, утром было 22. 20-22. Сейчас. Полтора постоял сейчас. Хочу одним кадром сразу все снять, чтобы вопросов не возникал. Застрял там трактор. Сейчас. А этот не заводили. Вроде отошедший. Сейчас подкачаю маленько. Вчера тридцатник был, его заводили. Все подкачаешь, все целое. Не знаю. Попробуем. Так, пробуем заводить. Заводить. Пробуем. Заводить. Так. Надо бы, конечно, воздухан прикрыть. Не будет видно. Сейчас попробую без воздуха, он просто сцепление. Вот так заводится на 24. А, товарищ, блядь, не видит дороги нам.
Ты смотри аккуратней, куда ж ты летишь-то, ёб твою мать, Виталя. Да ты чё понял, ты от дома выезжал, там, блядь, все эти собрал, блядь. Видишь, что он ни хрена не едет, ниже передачу и потихоньку, ну. Может, легче оттуда, блядь, возить по асфальту? Вот я тоже так подумал, блядь. Склиз. Скинул, а там ещё, блядь, осенние. Ураловские, блядь, наверное. А этот на восьмой. Я шучу, конечно, но все равно потише надо. Там уже звонил, блядь. Сейчас посмотрим, как он проедет. И поедем туда. Да. Ну хорошо, хорошо, позже, в часа в 4 приеду. Так ну, я тебе же написал, сказал, напиши на сайт. Ага. Потому что вы жалуетесь им самим, блин. Ладно, давай. Сюда не помочь, он. Проехать вперед не может. Ну чё ты делаешь-то, блядь? Так, ну, вроде все. Это первое, ну, следующее видео после поломки отвала. Стартер. Вроде все нормально. 24, но я уже говорил, кто смотрит, знает. Так, снега. Там пипец, колеи. И он... На 80-ке никак не может проехать. Вот его маленько почистил там. Да и... Посмотрим, как поедет. Рулевая вообще замерзшая была. Оттуда ехал не повернуть, не развернуть, не пойму. Хвостовик или с рулевой течет. Ладно, пошли домой. Вечером поеду. Просили почистить там в деревне участок, а так чистку с нас сняли. Теперь дорожники чистят, только ни хрена не чистят. Но это было сразу понятно, потому что как они чистили дороги между деревнями, так оно все и будет. Вот он, замерзший, как наст, подгреб маленькой щеткой. Посмотрим, как он там пойдет. Да, и сейчас подожду клиентов и поеду. Вот такое вот сено.